Нестационарные павильоны по продаже алкоголя должны быть закрыты в период режима самоизоляции. Правда, делают это далеко не все. По поручению городского оперативного штаба проверки таких торговых точек ведутся ежедневно. Выявлено более 90 нарушителей. В отношении владельцев магазинов материалы направлены в прокуратуру. 22 павильона демонтированы и вывезены. Были проверены магазины и предприятия общественного питания на продажу алкогольных напитков, в частности пива. Сегодня было составлено 4 протокола. Эти мероприятия проводятся сейчас ежедневно. За все время проверок в прокуратуру было направлено 94 уведомления о таких нарушениях для принятия соответствующих мер.